С 2014 года в Подмосковье решают проблему бродячих собак по программе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Бирки, установленные на ухо, могут быть любого цвета. Они свидетельствуют о том, что собака прошла карантин, обработана против паразитов, привита против бешенства, стерилизована и ей под кожу введен микрочип с индивидуальным номером. Такое животное безопасно для человека и не агрессивно.